Для того, чтобы добраться до патрубка системы впуска, вот этой вот трубки, нам необходимо снять крышку корпуса воздушного фильтра. Ключом на 8 отворачиваем два винта. Откручиваем второй винт. Снимаем крышку корпуса воздушного фильтра из своих замков. Получаем доступ к нашей трубке. Видим, что его состояние ужасное. Все в трещинах, из-за чего идет подсос воздуха. Мы просто его вынимаем сначала из корпуса, а потом отсоединяем от патрубка. Взамен нее ставим новую. Длина шланга 115 мм. Диаметр 17,8, внутренний диаметр 13,2, толщина стенги шланга 3 мм. Одеваем до упора и вставляем в корпус. Заводим крышку воздушного фильтра назад в свои замки. Вот сам артикул. Крышку установили обратно, осталось на место винтить винты. Вот, собственно, и весь процесс.